торгово-развлекательном центре «Технопарк» открылся единственный и самый большой город профессий, где каждый желающий ребенок может освоить 15 профессий. Детский комплекс развлечений «Европарк» и город профессий «Евросити» – самый большой, полезный и безопасный мир для детей. Игровая зона занимает 7000 квадратных метров. Это настоящий город в городе, где ребенок может в реальности попробовать себя в роли пожарного, полицейского, врача, банкира и даже космонавта. Здесь дети получат возможность испечь первую пиццу или выпустить собственный напиток. Здесь они сами собственными руками в пробирке добавляют, перемешивают сахарный сироп, лимонную кислоту, любой вкус выбирают, да, и делают свой собственный напиток, клеят вот такие вот наклейки с логотипом напитка и также с рисунком, допустим, лимон, да, если они сделали лимонный чай. Евросити сотрудничает с самыми крупными компаниями Кыргызстана и совместно создает эффективные и полезные развлечения для детей. В городе есть внутренняя валюта, которая называется барсик. В банке дети получают первый капитал, зарабатывают деньги и учатся правильно их тратить на развлечения. Сейчас мы находимся в городе Амстердам. Здесь давайте я вам покажу, какие здесь есть профессии в этом городе, да? А с чего мы начнем? Давайте начнем с банка. Ради профессии все по-настоящему. Как и в реальной жизни, здесь происходят чрезвычайные ситуации. Как только в пожарную станцию Евросити поступает звонок, маленькие герои спешат на помощь к пострадавшим. В городе профессии Евросити чрезвычайная ситуация. К нам пришло сообщение, что есть очаг возгорания, они должны будут сейчас выехать на место. Сейчас будут задействованы все профессии, это полицейские, пожарники, и телестудия, и больница. Тут каждый ребенок может попробовать себя в самых разных профессиях. И для этого созданы все условия. Пожарная станция, полицейский участок, салон красоты, банк, почта и даже продюсерские центры собственной телестудии. В Евросити мы нашли своих коллег, сотрудников телеканала НДС. И прямо сейчас Аида нам покажет и расскажет, чем они там занимаются. Да, Аида? Да, у нас есть настоящая телестудия, оборудование здесь самое настоящее. Дети практикуют здесь учатся быть ведущими, приглашают гостей, сами друг другу задают вопросы различные. На улицах города вы найдете гипермаркет, кулинарную студию, кинотеатр, уголок творчества и самую настоящую комнату магии. Аида, расскажите, чем занимаются дети? В больнице дети учатся, как ухаживать за младенцами, учатся ухаживать за своими зубами, как правильно чистить зубы, изучают органы, делают операцию, делают капельницу. И также очень немаловажно, у нас всему этому обучают настоящий врач. Это, пожалуй, одна из самых интересных профессий для детей. Здесь выстраивается большая очередь всегда. Детям очень интересно попробовать на себе эту профессию, померить на себе костюм космонавта. Изучают планеты, из чего состоит Вселенная. Они здесь находятся более 5 минут. И за это время они успевают и поиграть здесь, и пофотографироваться. То есть после этого они изучают планеты. В торговом центре также есть просторная детская площадка с различными аттракционами, которая тоже входит в стоимость билета. Дети любого возраста могут найти для себя подходящие развлечения. В парке работает более 15 аттракционов и игровых зон, которые рассчитаны на активное времяпровождение, что положительно влияет на здоровье ребенка.
А самое главное, билет в развлекательный комплекс «Европарк» и город профессии «Евросити» единый и стоит всего 480 сомов, а время пребывания не ограничено.